Добрый день! Сегодня расскажу, как подготовить кальмары к их дальнейшей готовке. Кальмары у меня были замороженные, я их разморозила предварительно. И для того, чтобы из них что-то приготовить, необходимо убрать вот эти вот все пленочки. Вот эти вот, видите? Для этого нам необходима обычная горячая вода. Я надеюсь, вы увидите, как эти пленочки под воздействием горячей воды скрутятся. Все, видите, как оно быстро поскручивалось? И чистить их теперь очень-очень просто. Сейчас я солью водичку, чтобы не обжечься. Водичку я слила. И теперь очень просто вот так вот ножичком поскоблили и убрали. Вот так со всех сторон. Убирается очень-очень быстро. Если тяжело убираться, значит, еще раз полейте горячей водой, и они уберутся очень-очень быстро. Вот так вот. Видите, кальмар чистенький. И также я делаю со вторым. Продаются уже кальмары почищенные. Я не нашла почищенные и решила купить вот такие кальмары, ну и заодно снять видео и показать вам, как это делается. Все. Снаружи мы почистили кальмар наш, чистенький. Я его промою под проточной водой, и он будет у меня идеальный. Что нам делать с внутренней частью? Внутри, вот, если вы видите, вот такой вот хребет. Его надо убрать. И аккуратно пальцами нащупали и вытянули. Он не готовится, он не съедобен. Все, что внутри, убираете. Оно вам тоже ничего не надо. Вот так проверили пальчиком, чтобы нигде ничего, видите, с этой стороны тоже можно достать. Все. Осталось только помыть кальмара. Своих кальмарчиков я помыла. Вот такие вот они чистенькие. Видите, как рюмочки такие прозрачненькие, красивые. Внутри все пусто, чистенько тоже. Вот, видите, еще попалось, убрали. И все. Все, так вот, лишки убираем. И вот такой вот чистенький кальмар получается. Но дальше уже готовите по своему рецепту. Или нарезаете колечками, или запекаете целиком, или нарезаете соломкой. Как хотите.